Более 450 гектаров новых лесных массивов появятся в республике. В ход идут саженцы самых различных пород деревьев. Восстановлением зеленых площадей этой весной занимаются особенно активно, в том числе и на местах горельников 2010 года. На территории 11 лесничеств засадили молодыми деревьями 473 гектара. 6 из них в Заволжье. Специалисты рассчитывают, что там приживутся тысячи саженцев сосны обыкновенной. Возобновление происходит такими породами, как сосна и береза, что создаст в будущем пожароустойчивые лесные насаждения. Также в текущем году в лесных питомниках республики планируется вырастить более 4,5 миллиона штук стандартного посадочного материала – сосна, ель, лиственница, дуб, липа. Данный объем полностью удовлетворит потребность республики в посадочном материале. Осенью планируют засеять еще 5 гектаров и помочь естественному лесовосстановлению на площади более 190 гектаров. Стоит отметить, что в республике сейчас действует особый противопожарный режим. Благодаря принятым мерам безопасности из всех регионов ПФО только в Чувашии и Татарстане в этом году лесных пожаров пока удается избежать. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Валерий Рюзюков, Республика.